Зачем я сегодня буду лепить из теста статуэтку? Для начала берем кусок теста. Лепим. Это будет наша голова. Крутим, крутим. Крутим. Крутим, крутим, крутим. Вот, у нас получился такой кружок. Ну, подальше. Кусок это кусок теста, это стоп. Это можно сделать такую стоялку. Вот статуэтку будет из теста, не окрас. А горба будет из вот такая горушка. Такую маленькую горушку. Вот, теперь ставим головку. О, головку. Теперь делаем ему туловище. Из этого теста мы можем сделать человечка. Лепим, лепим. Вы можете сделать даже при условии с родителями. Если у вас не получится. Лепим. Вот, готово. Русский ставим, чтобы сделать. Вот, делаем русский. Ножки. 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 Сложно, слушаю, такой силовичек. Если у вас нет, посмотрите не в моем видео, а вдруг простой рецепт. Вот такой. Такой человечек. Эти остатки это будут. Это будут наши. Это увеличение рук. Вот руки готовы. Это ножки. Лепим, лепим. Лепим. Все. У вас человечек готов, как кукла. Как кукла готова. Вот. Все готово. Осталось заморозить. Если мое видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.